Всем большой привет! Давно не виделись, и я сегодня хочу записать видео о своих покупках мыла, туалетное, хозяйственное, детское здесь и антибактериальное. Запасы мои подходят к концу, нужно обновить коллекцию. Точнее, уже от коллекции практически ничего не осталось, все использовано, всем моемся, все режем. И если вам интересно такого формата видео, пожалуйста, оставайтесь со мной. Так, ну давайте, наверное, начнем слева. У меня тут два антибактериальный Абсолют и бархатные ручки. Абсолют — это весна, я им уже пользовалась. Было это, правда, года два назад, но вот захотелось обновить, попробовать. И бархатные ручки тоже у меня были, тоже, наверное, года два назад. Целые коллекции собирала и абсолюты, и бархатных ручек. Все сравнила. Бархатные ручки практически все одинаковые. Давайте посмотрим, какого цвета и какого запаха этот. Всегда у них такая упаковка картонная, не скупятся. Дорого так, богато. Ну вот белое мыло. В красивой форме. Отливка всегда шикарная у бархатных ручек. Сейчас посмотрим, кто производитель. Раньше Липит был. Так. Запах чувствую. Запах очень приятный. Да, обалденный нежный запах. Ну, такое туалетное мыло прям приятное. Очень приятно. Так, производитель у нас нынче. Ну, понятное дело, что это Unilever. Египет-изготовитель. Да, ничего не поменялось. Все так же у нас производится. Срок годности должен быть хороший. С удовольствием буду им пользоваться. Единственное, что вот оно маленькое, конечно, ну как 90 грамм, но все равно маленькое. Хотелось бы его еще порезать маленько, но что от него останется в итоге? Ну посмотрим. Смотрите, да, какое красивое. Прям идеальная отливка. Молодцы. Так, ну и Абсолют. Абсолют у нас грешит тем, что бывает прогорклым. Но это свеженькое, я его буду свеженьким использовать. Зато режется весна всегда шикарно. Здесь тоже, по-моему, 90 грамм или 100. 90 грамм, да. Кажется, что оно побольше. Обманчивое такое восприятие, чем бархатные ручки. Ну, такое, да, свежее, хорошее. Еще не прогоркло. Цвет некрасивый, зеленый. Ну, запах такой свежий, немножко мужской, но больше свежий такой. Да, тут и написано, что оно освежающее. Ну, в общем, вспомним, как им пользовались два года назад. Честно говоря, не фанат, конечно, я Абсолютов, но лежала на полочке, думала, ай, ладно, возьму. Вспомним. Так, давайте хозики пробежимся. Я думала вообще, что это Эвиап. Забыла, как называется. Ну, вот эти вот белые турецкие хозяйственные мыльца. У них и запахи примерно похожие. Ну, вот здесь какая-то Марина. Я посмотрела, это не Эвиап, но это турецкая. Вот написано, сделано в Турции. Очень интересно его порезать. Отстирывает очень хорошо. Ну, идеальное мыло как бы для стирки. Мне очень нравится. И действительно, тут написано против пятен. Так и есть. Отстирывает и пятна, и отбеливает хорошо. Состав особо не смотрела, но думаю, что, как и всякое турецкое мыло, тут
очень такой насыщенный химикатами состав. По 125 грамм каждый кусочек. Давайте его вскроем. Оно, когда свеженькое, очень мягкое, пластичное такое. Такая форма у него вот тут вот, да, как доска стиральная. Ну, запах очень насыщенный, очень такой химический. Потом, когда постираешь вещи, очень долго пахнут. Ну, устаешь от него, я уже два раза покупала по два куска. И, честно говоря, устаешь. Поэтому я взяла еще такое вот наше мыло. Попробовать ни разу его не брала. Это Новосибирск у нас изготавливает. Вот оно пахнет прям как такое прям суперсоветское мыло хозяйственное. Невкусно, кисло как-то, прокисшим вот этим вот запахом. Ну, написано, что все очень натурально, по ГОСТу, даже группа А какая-то, не разбираюсь в этом. Но здесь вот, смотрите, Узбекистан идет, я так понимаю, экспорт в Китай, если написано, да, все. Дублируется в Киргизию, это что у нас, Казахстан, видимо, я так понимаю. Цвет, скорее всего, будет, да, некрасивый вот этот вот цвет, тоже свеженькая. Ой, фу, ну и вонь. То есть вот эта вот кислятина такая, знаете, рыбная, примешивается, а когда к носу поднесешь, чувствуется уже глина, песочек. Такой более приятный запах, когда рядом с носом. Такой вот он весь, видите, жирненький, с краплениями. Здесь даже штампик такой, два листочка. Ну, не пробовала, посмотрим. На вид, конечно, страшненькое. Уж не знаю, как будет отстирывать. Но посмотрим. Давайте детское. Такое вот у меня было недавно относительно. Я уже его покупала. Это тоже весна. Тоже у них такая упаковка. Ну, дорогая. Оно, кстати, оно полежало у меня маленько, не прогоркло. Когда я его в первый раз покупала. Прекрасно мы им пользовались. Очень красивая отливка вообще. Вот смотрите, да, форма одинаковая. Все на высшем уровне, все четко пропечатано, да, детская эко-серия с кокосовым маслом. Не чувствую отдушки, честно говоря. Нету без отдушки такое чувство. Ну, я думаю, состав тут получше, чем у абсолютов. Молодцы, весна. Ну и ценник доступный, кстати. Тоже хочу и порезать, и потом пользоваться быстренько им, пока не прогоркло. Это они красивенькие. Так, эту взяла чисто из-за ностальгии. Мне не нравится Невская косметика. Ну, не все, конечно, но вот эти вот всякие детские с одинаковыми отдушками. И с разными указаниями травок на упаковке при этом, при всем. Как-то мне вообще не нравится, не заходят. Это должно быть мыло без запаха.
Мне нравится форма, оно отлично режется. И какая-то, вот я говорю, ностальгия по 90-м, по советскому времени как-то. Да, отсылка идет просто по упаковке. Вот захотелось мне. Ну, как всегда, тоже красивая отливка. Вот тут вот уже маленько начинается, мне кажется, прогоркать. Да, оно не пахнет, но жирком просто пахнет. Бывает такое у Невской, когда жирком пахнет чуть-чуть. Ну, больше порезать хочу. Мылится-то оно нормально, но удовольствия, в принципе, никакого не получаешь от его использования. Ну, просто детское, просто хорошее, нормальный состав и абсолютно недорогое. И вот эти вот малыши, тоже я ни разу ими не пользовалась. Первый раз вообще знакомлюсь с люксом. Надо посмотреть, кстати, кто это. Люкс-производитель. Индонезия. Unilever. 80 грамм всего лишь. Хотела тоже его порезать, но как его тут порежешь? Должен быть классный запах. Черная орхидея. Экзотика. Блин, был бы вот он побольше, раза в два, его было бы классно, конечно, порезать. И так, мне кажется, будет мне его жалко резать. Он какой красивенький. Прям красивый-красивый. Такой же, в таком же оформлении камы идет, да? Все его знают. Также на ножках. Но только камы, мне кажется, побольше. Это совсем маленький, 80 грамм. Детское мыло. Да, запах приятный, но больше похож на виноградные, знаете, отдушки. Виноградный, немножко цветочный еще добавлен. Как вот сок виноградный пьешь, только насыщенный. Похоже, да, пахнет. Буду думать, буду я его резать или не буду. Так, это у нас F-ка. Новые у них. Линия расширилась, не только овечки. Два вида, да, у них там было косметических. Здесь еще добавились вот эти вот суперфуды, и они есть в разных размерах. Я взяла маленькие, ну, потому что продавались маленькие. Потом я увидела в фикс-прайсе, что есть большие. Я их не брала уже. Думаю, такие сначала возьму. То есть это вообще какие-то самые мелкие из всей коллекции. Вот из этой вот покупочной. Ну что, это совсем маленькие. Кстати, вот у них форма всегда мне... Ну вот, которые были раньше... Биоми, у них другая была форма. Это вот форма классическая F-ка. Маленькая только. И вот ощущение мне не нравится, как у F-ка. У сухого мыла. Так. Запах невкусный. Вообще. Даже описать не могу, какой-то пылью пахнет. Какая-то пыль с кислинкой, не знаю, может, что они рядом лежали с вот этим вот хозяйственным, напитались. Но вообще, вообще невкусно. Написано, что очень должен быть хороший состав, но F-ка всегда классно пенится. Единственное, что бывают подставы действительно с запахами, у меня лежит парочка таких, ну я никак не могу их даже на руки использовать, как-то вообще откладываю постоянно. Бывают хорошие, бывают классные, бывают очень хорошие. Ну вот, вот этот вот пока не внушает доверия, честно говоря. Старая серия, но она тоже есть в продаже, я ее вижу, она продается, но просто... Та лучше была. Это что-то как-то
Ну, на первый взгляд, пока на троечку. Давайте попробуем вот это вот с манго. Ну, чуть-чуть поприятней. Цвет тоже поинтересней, пожизнерадостней. Ну, тут есть немного запах манго, он не навязчивый, не насыщенный, легкий, с кислинкой. Но все равно вот присутствует, вот тут вот присутствует еще запах резины. Я уже замечала этот запах у Эвка, прям резиной пахнет. Ну, странно. Такая красивая упаковка. Ну как, постарались прям маркетологи, молодцы, но как-то наполнение самого продукта не вдохновляет. Так, на этом я заканчиваю. Большинство, наверное, чем-то пользовалось из этого, из этой моей закупки. Вот, ну, интересно ваше мнение насчет вот этих вот трех позиций. Как вам? Больше всего Биомио, конечно, интересует. Тоже вы разочарованы, как и я? Ну, пока что. Я думаю, что мнение вряд ли изменится, конечно, когда я его порежу и помылю, но пока такое. Пишите свое в комментариях. Жду всех в следующем ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!